В 1942 году студент Фурмановского педагогического училища Есен Уракпаев ушел добровольцем на фронт. Окончил ускоренный курс 1-го Ростовского артиллерийского училища, эвакуированного в город Пермь. И с 1 апреля 43 года стал командиром огневого взвода 610-го стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта. Артиллерист Уракпаев участвовал во многих боях, уничтожил несколько танков, много другой вражеской техники и живой силы. Особо отличился в боях на территории Венгрии при форсировании реки Тисы в районе населенного пункта Шарут. В бою за плацдарм артиллеристы прямой наводкой в упор уничтожили пушку и 2 пулемета противника. В одном из боев Уракпаев был ранен, но оставался в строю. За образцовое выполнение боевых заданий, за проявленные при этом мужество и героизм, Есену Щегреевичу Уракпаеву указом Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После победы продолжил службу в армии. В 1946 году уволен в запас.